У нас как будто бы благополучно в сервис, который машину мы гоняли, опять погоня, сейчас мотор разбирать был, смотреть, подготавливать, хотя работает нормально. Сервиса как огня боюсь. Они брали у нас в прошлом году, заходили. Ну, они машину все испортили умышленно. Умышленно просто испортили и все. Все а везде потекло. А что же испортили, а что они сделали? Ну что, допустим, нигде не текло. А в этот день у нас несколько литров масла вытекло, все течет и все, то есть сделали как. Дальше что-то сделалось с этим, с генератором. Ну ладно, нашли мы мастера одного в Кемеровской области. Он разобрал все и нашел там стружка. Ну, может, это заводской дефект был, но он попал как раз после сервиса. До сервиса эта машина шла, и она там замкнула, стружка внутри, он нашел, убрал, и до сего ездили. Но теперь вот этот новый мастер, вот позавчера мы у него были, там ездили, и он нашел, что кронштейн у заднего рессора оторван. Как мы ехали, вообще непонятно, довольно оторвало. И она пробила днище машины. А почему? Потому что они снимали рессоры там и прикрутили ее не на 4 болта, а на 2. А на 2 такого только ушки одни, она ушки-то эти отломила и все. Ну теперь все по новой покупали, и они сделали. Теперь заделать надо дыру там прямо в днище машины. Безобразники там пьяные, и еще не могли сделать. А здесь нам понравилось. Константин звать его, помолиться о нем. К нему в понедельник поедут Николай с Игорем Третьяковым. Мотор разобрать. Проверьте. Сейчас сколько же, сколько прошла машина, сколько на спидометре? Ну, сколько она прошла, надо на нее посмотреть, сходить, посмотреть. Но я знаю, что где-то 90-то есть. Много уже. Проезд большой. Хорошо было бы, если продали бы, да новую купили. Ну да, 2 года проездили благословенную машину, уже не один это говорит. Даже не мыслить об этом. Машина благословенная, освященная, ни одной аварии. Еще бы ради я менял, неизвестно на что, шило на мыло. Она идет как танк. Все застревали, мы только кардан надеваем передний, и она прет. Дело в том, что сейчас делают машины, которые через 5 лет уже можно выбрасывать. А вы уже прошли такое большое расстояние. Это третий только год мы ездим-то. Ездим только летом. Она у нас работала всего-навсего. 5 месяцев. Всего-навсего. Не считай, тут потеряю, пусть ездили. А, ну да, это... Всего 5 месяцев работала после покупки из завода. Ну как кого менять-то? Это смеяться надо. Я разговаривал с такими, встречал такие же газели, грузопассажирские. Я говорю, сколько она ездила? Он говорит, 150. Я говорю, а какие вопросы есть? Вообще нет, говорит, нормально. Игорь говорил, Третьяков, он любит фразами бросаться. И, машина эта, она сыпется. Я тогда с этим мастером поговорил, с Константином-то, и говорю, вы скажите мне, как вы считаете, эта машина сыпется или не сыпется? Вот такое выражение есть. Вот. Его фамилия Шалафастов. Слесарь Шалафастов. А он говорит, ничего не сыпется. Я теперь Игоря подозвал, говорю, ну при нем произнесите эти слова. Он говорит, нормальная машина, совершенно, крепкая, не сыпется. Я говорю, Игорь, теперь ты повтори. Сколько раз ты говорил сыпется? Это сыпется у нас из мозгов. Благодарности Богу нету. А я если вернусь, и мы вернемся, я обязательно пишу благодарность без лишней рекламации на Нижегородский, это Нижний Новгород, машина, где делается. Снимки приложу. Им это будет очень приятно. Ну, кажу, какие недостатки там были. Подшипники полетели. Так все. 2 раза вокруг земного шара по экватору проехали, подшипники перед колесе. Это какая поломка-то? Это уж не ахти какая. Ну, там и заменили дорогой. Вот заменили эти все селеновые вкладыши, в которых там проворачивается, на рессорах. Ну, знаете, что я хочу сказать? Я эту машину хорошо знаю. Дело в том, что Господь просто с вами, а на самом деле машина сыпется. Ну, я говорю то, что есть. Во-первых, как раз впереди сидят они двое, и дорогой бывает кого-то подцепить еще, а сзади на 4 места. 2 места, 3 места занимает у меня собака лежит. И я это как раз для нас. И она берет груз такой, какой нам нужен на неделю. Как будто до 800 килограмм. Вот мы
вообще даже высказать, как раз столько, сколько требуется на неделю, вернуться и загрузиться, вернуться и загрузиться. Она как будто для нас создана. Я в ней ночую, вот где бываем, в Германии, там где-то люди наши живут, в Грузии, наши ребята там ночуют в доме. Я из машины не ухожу, смертоценно здесь, я с собакой здесь. Я все время там с ней, как выехали, пока приехали обратно. Просто все подходящее. У меня человек один спрашивает, говорит, а если бы он пришлось бы одному ехать, он бы рискнул бы через Украину ехать? Кто, я один? Ну, если мы с ним заговорили, а он спрашивает, а если бы он один ехал без людей, он бы поехал бы через Украину? Вот я один без моих товарищей? Да. Поехал, конечно, даже вопросов нету. А я и говорю ему, а он, говорю, палец все время вверх поднимает и говорит, а Бог. Вот-вот, а Бог, вот это главное. То, ну, вопрос задают мне, тут меня вообще они не знают. Я, потому что у них закон принят от 16 до 60, и мои товарищи попадают в этот как раз, ни тому, ни другому нету льготы. А мне 70, вот 10 июня 75 будет, я пройду. Я бы рискнул и иными. И добился бы, если были запасное время, я дошел бы Яценюка и Курчинова. Я бы дошел до этого. Я думаю, даже вот этого застрелили. Сашка Белый. Музычка-то. Вот. Он бы меня не тронул. И у него трех дядей взяли. Да, он палач, 20 российских воинов ему приписывают, которых убил там, ну... Я не защищаю его, нет. Он палач, он убийца, он изверг. Но кто его сделал таким, почему вы об этом не говорите? Вот Растеряев поет, Игорь-то, вот на кладбище Рома, там спят ромашки. Но кто-то же подтолкнул их к этому, когда у них смысла жизни нет. Он не о том только говорит. Его таким кто сделал-то? Как раз сделали те, которые... Мои братья русские. Ну, не братья мне, а ну... Поэтому то, что нас везде гонят русских, это имеет под собой объяснение и оправдание. Мы должны простить. И если бы я не рисковал, тем более договор-то с Англией нет, это уже на международный уровень выходит-то. Меня предупредили строжайше. Не ездящий через Украину. Я мог бы поехать. Я сейчас договариваюсь, что ветеринары сделать две справки. Одну для Украины, проехать только, а другую я сразу открываю на Болгарии там и где и прочее. То есть я мог бы это сделать. И мне намного это удобнее. Мы сейчас проходим через Украину, сразу в Румынию, Болгарию, и Шенген только на Грецию. А здесь я должен сейчас через Белоруссию Шенген открыть в Польшу, она в Польше, и сразу выходить из Шенгена. И на пути государства, которое в Шенгене, опять Румыния без Шенгена. Я еще не знаю, как они на это посмотрят, на эти печати. Это настолько мне неудобно, но дело сделано. Я даже то, что... Начинаю иногда думать, стоило ли нам ездить вот Англия, что паспорта забрали-то. Мы кое-где упустили что-то по времени. Надо было сразу назначить. Сегодня отправили, на завтра назначать встречу. Но там написано было 3 месяца, мы к этому 3 недели. Мы 3 недели ждали, а их не надо было ждать-то. У нас было бы время сейчас достатки вернуть паспорта. Они в Москве паспорта. Если их там не будет паспортов, мы тормознем в Новосибирске, добьемся, чтобы они позвонили, договорились с Москвой, чтобы наши паспорта не высылали, если они не выслали. А если выслали, придется сидеть и ждать в Новосибирске, говорит она, ночевать. Потому что мы, если опоздаем где-то, ну мы тогда опоздали уже, то есть в Шенген мы войдем на 2 дня позже. Но это еще не потеря. Мы сократим везде, лишь бы успеть к Англии, к Великобритании, к 10-му. То есть тут все обдумано, но неизвестно, как они там поведут себя. Вышит, не вышит. Но Бог. Я прошу Бога и жду его воли. Вот сегодня с этим юношем разговаривали, у него вопросы какие-то. Он хотел исповедаться буквально. Я ни под каким видом никогда. Никогда. Мы сразу потеряем друг друга. Я говорю, в следующий раз позвонишь в октябре только. Пока ты не будешь выполнять то, что я ему дал программу. А с ним говорят, а у меня четкая программа. Программа, вот как только сейчас ты меня выключишь из скайпа, и сразу программа начинается. Сразу же. Какая? Пост, молитва, милостыня. У него специальности никакой нет. Не надо университета, будь хорошим слесарем, плотником, каменщиком. Тебя везде с руками будут, говорится, брать. А не с бездумной головой. Игры играй где-то
Ни одной игры, чтобы не было ни в интернете, нигде. Ты должен быть богатым. У тебя должны быть деньги все время. Чтобы было из чего уделять нуждающимся. Мы должны жить мирно с женой. И не потому, что она меня там где-то будет бортовать. Дабы не было препятствий в молитвах. Наши отношения со всеми должны направляться только к одному, чтобы не было это препятствием в молитве к Богу, доступ к Богу. Я бы не хотел мириться, она виновата. А я иду и молюсь. И прости меня. Мне молиться надо. Пойдем помолимся вместе. Вот и все. Сегодня самое зловредное, что есть, это, конечно, женщина. Лучше с медведицей это жить. Но еще зловреднее нашел. Это мужчина, который характером маленько обладает чуть-чуть, но поддался жене. Наследовал ее характер, и упрямство у него отбавляли на трех жен. Вот это самое злобное сегодня. Злее жены стали мужики. Испутнее. Ну а как не поддаваться? Они вот действительно сейчас женщины такие. А если не поддашься, там по-другому уже никак не вырулишь, чтобы разводиться. Никак, только Бог. Бог. Я рассказываю, я пишу. Я сижу за стол, а она в это время ловит что-то в рот, то у меня закрытый ложкой. Я сразу ложку от положил, и иконостас перед иконами молюсь. Помолился, оборачиваюсь, она рядом стоит, молится. Мне бы дал жену-то какую, вообще чудо Божье. Сажусь, она опять за свое. Что-то ей надо где-то. Я опять ложку положил. И третий раз также я уже после молитвы, уже есть некогда, мне надо на работу бежать. А я на работу, чтобы сэкономить 3 копейки, я пробегаю не менее 5 остановок, длинных остановок. Бегу, а трамвай не отставь, я очень сильно бегал. Говорится, стайер. И все. Я говорю, то, что ты недовольная, готовишь пищу, если она готовит и где-то недовольна, я по лицу вижу, я есть не буду. Она мне живот прожигает. У меня на другом уровне болит. Я не буду есть. Молитва. Она не понимает. Я говорю, вот она со мной что-то схватилась. Ну запусти как какого-то там. Ехать надо. Вот сейчас ехать надо. Я говорю, ты едешь и назад не возвращаешься. А у меня тут в городе дела. Оставь до осени. Ну ты же сам говорил там, который барак списывает, квартира, она там прописана, чтобы эту квартиру отдать там кому-то. Кстати, она поддела вовремя меня. Ну ладно. Съездишь, человек вернешься через 2 недели, пока все там не посадишь. Она еще что-то. Иди домой, болеет. Она идет 2 дня, не встает, болеет. Каждый раз, когда она что-то против меня говорит, она болеет 2 дня, пластом лежит. Врачи исследовать еще не могут найти. Наш врач краевой больницы, наш. И он исследует, она говорит, не больная. Это у нее на духовном уровне. Она начинает только гордебащить, я называю, а против говорит. Я сразу говорю, тебя ждет постель. Ступай сразу, без ругани. Я ей дал описать. Когда приходишь, держи в руках вот эту афишку. Без упреков и самооправдания. Вот тогда заходи, когда у тебя не будет упреков. Да ты меня не выслушал, ты. Да я делаю, как Господь сказал. Мне не надо выслушать. Написано, жена доучится в безмолвии. А раз в безмолвии, то что ты молчишь, я не могу и слушать нечего. Безмолвие. И учить жене не позволяй, опять тебе рот заклеенный. Да вот, мы все с безбожниками разговаривали, собирайся. Иди молись и падай, болей. Я не болею никогда. Почему? Я никогда не спорю с священником. Я ему возвещаю истину. У меня тоже не все согласно бывает с братом. Но если он сказал, я на полусловие прерываю разговор и пошел выполнять. Почему? Не потому, что он брат, потому что он священник. А если другой скажет по слову его, не вопреки слову Божию. Вот приехали, а у батюшки дисциплинка-то не такая, как у меня. Гляжу, у него там батюшка, там матушка сидят. Это один раз я бутылочку поставил, я уж тайну говорю. Ну, вино, алкоголь, ну, положу помаленьку. А я за сухой закон. У меня нехорошо делается-то. И она сидит тоже без платка. Жена священника без платка. А для меня-то это уже, считай, нож в острый-то. Я прям сходу от дверей сразу, что ж, за стол сели, не молились, наверное. Батюшке это неудобно, его доктор, его, у него на кухне-то сидят-то батюшки-то, его друзья старинные-то. Что-то время позднее, ты бы шел домой, мне он говорит. Я на полуслове повернулся, поклонился, батюшка, благослови путь обратно домой. Пошел, вышел, а душе-то нехорошо. Я подумал, так головой к стенке приткнулся, какой у меня батюшка хороший брат. А то бы я сейчас ему сказал, да они могли быть недовольны, я покатил домой.
Это люди, которые меня совершенно не знают, а только вот здесь глядят, вот как Евтихий, наш епископ говорил вот по книгам, я думал, как я с Игнатием ладить буду, когда его епископом у нас назначили. А когда приехал, он стал заглядывать, а где я нахожусь, а я его встречаю, провожаю, меня не может узнать, это он, совершенно другой человек. Как апостол Павел говорит, про него говорит, в посланиях он сильный, а в личном присутствии речь слабо, незначительно. Они не понимают, что человек, который для Бога, он должен свое оставить. А где же сейчас Евтихий находится? Где он есть сейчас? На покое. В городе Ишиме. Богоявленский собор. Коркинская, 42. Все спрашивают, много людей задают вопросы, а кто же сейчас у них вместо него-то? Иларион. Капрал фамилию, митрополит. Епископ, а зарубежная церковь не нужен. Людей-то никого нет. Мы две общины остались. А вы лично знакомы с ним? Конечно. Я с ним обедал, пил, ел, ездил. И он, ему прозвище одно. Это господин, у которого нет слова «нет». Чего бы ни попросили, он все отдаст. Его обманывают на каждом шагу. Я с ним был, сидели митрополит за столом, он, тогда он был секретарь синода. У меня интересная с ним была такая встреча, я, может, рассказывал вам. Я как-то, ну, зашел, тут, я раз там живу в синоде-то, в Нью-Йорке-то, ну и шатаюсь где не надо-то, ну и к нему туда захожу почаще. А в это время приехали какие-то муж с женой, но я сел и слушаю, они его обвиняют в чем-то, и крепко обвиняют. А он молчит. Я говорю, тогда можешь мне сказать? А что я могу сказать, человек из России, который ничего не знает? Я говорю, маленько послушал, они вот об этом разговаривают. Вину, ну, они не правы. Как мы не правы? Я говорю, а Анкирский собор, правило такое-то и говорит, а Каладикийский вот так. Он сразу, да вы что, сразу открывает правила, правда. Они тогда вышли оттуда и больше не стали заходить. Ну, они, он говорит, так вы что, наизусть правила знаете? А мне так удивительно, что он епископ и, не знаю, не то, что наизусть, а даже не знает, что такое правило есть. Я говорю, тогда подожди, не уходи. Говорит, у меня еще тут жалобщики, там, архимандрит. И сейчас помогите разрулить-то, там обстановку. Ну, я сижу, дело как будто меня не касается, там царский журнал смотрю, там на копне лежит царевна, это княжна Анастасия с папиросой. Царя Николая, дочка с папиросой. Ой. Может, случайно взяла, не во рту, в руке. Ладно. Ну, вторые-то зашли, стали говорить, я говорю, они совсем не правы. Тут уже Вселенский собор затрагивает, да, апостольское правило-то. Он меня как помощник. А я ему тогда уже думаю, отношения-то наладились. Тут я смелее стал. Вот приходит при мне архимандрит с Греции. Я не знаю, Греция американская или... Прямо с Греции непосредственно. Ну, я говорю, а вы понимаете, что вот этого Никона Мордвина-то подвигли, патриарх Никон-то? Какую беду вы сделали? Россию-то раскололи пополам. Самых лучших людей, самых крепких объявили раскольниками. Да мы знаем. Вы знаете, а почему покаяние переносите-то? Ваша вся церковь страдает от этого. Кого вы объявили? Уж не еретиками, а раскольниками. Кого? Протопопа Вакуума? Миронова? Ты посчитай, каких людей-то отбросили. Это сегодня, говорят, там 5-7 миллионов. А для тогдашней России 5-7 миллионов, так какое население было-то? Куда бежали люди-то? Сжигали себя, чтобы вам не попасть. Это вы дали ему, сыграли на нем. Сделаешься вселенским патриархом. Давай на троеперстие менять. А зачем менять, когда Сергий Радонежский, князь Владимир крестил, двоеперстие было? Вы знаете, ну да. Ну вот, это у вас тогда так было, да. И от вас был епископ Михаил, он молился двуперстно, да. Ну русским-то людям-то откуда? Знать-то. Они маленьким детям ниточки пальцы перевязывали, чтобы правильно пальцы держать-то. И вдруг Никон начал к ним подыгрывать, раскол-то, пили-то, Николая Достоля. Казалось бы, они же хотели все-таки сделать правильно, хотели с греческой церкви объединиться. Да вот. Не надо этого делать, объединяться-то. Они слепцы. Слепцы, если не сказать больше. Как можно было не видеть, что это разделение ведет? У людей не было Евангелия на столе. Его не было. Библии вообще не было. В народе. Ни одной Библии не было в народе. И как можно было касаться того, на чем все зиждилось?
Иисус с одной, с двумя. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Давай три губы. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Она двугубая, сугубая была. Коснулись того, что было главным. Они какие? Да они никакие. А все только жать, давить, бить. Никон — это фашист настоящий был для русского народа. Как Иосиф Волоцкий, это Сталин в церковной среде. Да, и тут действительно задуматься вот так. Они учили детей так молиться, а потом надо переучивать детей так молиться. Нельзя переучить, переучить-то нельзя. Люди шли на что угодно. Кержаки, это Керженец, приток Волги. Другие в Турцию ушли. И спустя почти 250 лет они вернулись, сохранили весь обычай, все. Бежали куда угодно, бежали в Австрию. И там они открыли иерархию через 180 лет. Эта вера-то называлась австрийская. А люди австрийцы. Австрийцы просто их принял там канцлер, и все, король, кто он там был. Что? Зачем? Когда так молился Сергий Радонежский, двуперстно, князь Владимир. Двуперстно молился, мы подряд всех перечисляем до Никона, все до одного молились. Анна Кашинская, это даже сказать нельзя, Феодосий, основатель русского монашества, Антоний. И они все молились двуперстно, но самое это главное. Собор прошел 1581 год под председательством будущего Ивана Грозного, Яна Васильевича IV. Что кто будет молиться на двоеперстни, двоеперстни, да будет анафема. За этим собор стоял, собор, на котором три только официально канонизированных уже. И вдруг весь собор отменили, и сейчас все попы, а этот собор стоглавый, он такой-то. Так, да ты откуда знаешь-то? Они не знают, что сказать. Так князь Владимир крестил, троеперстно было. Это вас в семинарии так учат сегодня-то. А тогда откуда старообрядцы взялись? Зачем пальцы-то тогда рубили-то? Ну ты, если видел фильм Достоля, раскол-то, как заходит, как молишься. У меня хватает, вот уже пальцы отрубили ему, и все. А Иисус как молишься? И аллилуйя, аллилуйя, два раза. Вытаскивает язык, отрезает язык. Да Гитлер даже этого не делал. И Бог дал это. За что? За Слово Божие отступили. Слово Божие не слышалось. Это Игнатий виноват? А я говорю так, как есть. Андрей Кураев меня понял, почему другие не понимают. Андрей Кураев почему-то дошел до самой истины, что во мне есть это. Игнатию наплевать на ваше мнение, на ваши соборы. Бог говорит, и все на этом кончилось. А мне, говорит, не наплевать. Он себя осуждает за это. Мне важно, что люди скажут, что епископ подумает. Ну вы же сами слышали это. Я его за язык не тянул. Мы не такие близкие, чтобы. Один раз все такое у меня здесь он был. А ему это открыто. И такого человека мигом зарубили. Не так он выступает. И по та же выступлениям. Я нигде не поддерживаю. Он не прав. Но не голову же рубить. Из-за мощей живому человеку голову отрубать. В ответ мне ничего не могут дать. Вот Иоанн Дамаскин сказал, там о мощах кто-то. Библия говорит, на суде Божьем не будет Иоанна Дамаскина, он, может быть, в аду будет. Что вы трясетесь с ним? Иоанн Дамаскин сказал резать мощи. Да где он взял это, когда все святые против были? Это вы сегодня написали все. Он, может, сразу не писал этого. Оригинала-то нигде нету. Я говорю так, как Библия говорит, как Бог говорит. И на суде Божьем я скажу, Господи, вот. Вот написано, 3 глава Бытия, прах ты в прах возвратишься. Я не могу ничего сказать. Ты, Господи, сказал, я на тебя положился. А написано, надеющийся на слово, посрамлен не будет. Евреи будут требовать Моисея. Эти люди будут Иоанна Дамаскина требовать. Я никого не требую, я и Бог, мы друзья. Я перед ним предстанусь и станусь, Господи, я старался выполнить слово твое. Считайте 118-й псалом каждый день. И оно маленько ямку в мозгах продолбит. Слово Твое, светильник ноге моей, свет стезе моей, Слово Твое. Вымысли человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Заповеди Твои Ты садил меня мудрее врагов моих. Она всегда со мною. Я стал разумнее учителей моих. 101 стих. Почему? Не потому, что грамотнее или умнее, а потому, что я доверяю Слову, а вы не верите Ему. Вам нужна грамота эта. А мне это нужна грамота во свете Библии. Я во свете Библии показал 12 томов жития святых. Такого материала не было, я вас предупреждаю. И не будет, он ему не нужен. А каждый вопрос я отвечаю согласно Библии, и
из кавычек взято место из жития святых. 1173 жития. У них есть такое выражение, не хватит. А меня одного-то они долго-то, но я не один. За мной еще кто-то стоит. И за мной, со мной кто-то лежит еще. Нас мало, но мы в тельняшках. Мне интересно, я тебе говорил, самое интересное, что в Финляндии запрос сделали патриархию, патриаршую церковь, на встречу со мной и дали, говорит, добро. Я поверил, но очень трудно верить. А они со мной открыто пойдут на диалог какой-то. Одни говорят, а что, они самоубийцы, что ли? А только самоубийцы могут пойти. Ну да, это что-то прям диковина какая-то, нереальная. Ну нереально-то, я работаю так, как они, может, все вместе не работают. И всех до одного посылаю в храмы Московской Патриархии. И уже речь идет не о тысячах, а может о миллионах. И всем я говорю, что Московская Патриархия благодатная. Там таинство действительно, не считая крещения, когда оно неправильно делается, когда неправильно делается. Там ничего нету. Я еще говорю-то, для людей вот это самое непонятно. Так вы, наверное, еще так к себе тянете, а у нас запрет к себе звать. Мы на истребление себя поставили. К нам нельзя звать в общину никого. Это закон. Да такое не бывает. Все к себе тянут. Все, кроме нас. Вот это пусть они объяснят, почему я так делаю. Ну, а все-таки и чем это... Ну, церковь исправляется все равно. Не крестит без катехизации, не... Это самое, без просвещения людей все-таки хоть понемногу дойдет. Знаешь, написано, оставьте расти то и другое дожато. Дожато, пшеница зреет и плевелы зреет. Так что ты прав. Зреет то и другое, но пшеница меньше вызревает, чем плевел. Они буквально полонили все. Пока они не изменят отношение к Святой Библии, а через нее познать волю Божию. И чтобы у людей главный вопрос был рождение свыше и водительство Духом Святым. Два вопроса. Вот. До тех пор у них ничего не будет. А это видимо, что они проводят катехизацию, я послушаю, ой-ой-ой, все мертвое. Там никакой жизни нету. Лед. По-моему, стучит кто-то в двери. Да, пошел. Кто? Не мешай мне. У меня хороший разговор идет. Легкие напоминания. Ком говоришь, говорит, они рядом стоят и послушают. Вот. Им нельзя сдвинуться с места. Они не рожденные духовные. Они мертвые. И не один, и не два. Здравствуйте, Надежда Васильевна. Христос воскрес. Воистину воскрес. Я благодарна, что вы вышли на мой сайт тоже. Я там ваши ролики смотрю. Да, ладно. Я сейчас там выставляю тоже по Украине. Ага, по Украине я смотрела вот сегодня, вчера. Сейчас, потише, не мешай пока садись. Молча, только слушай. Они не могут сдвинуть с места. Они проводят катехизацию, занятия, я ходил мертво. Занятия, где наши люди ходили, мертво. Оля... Полное сухих костей. Они не могут никого оживить, потому что сами мертвые. Вот батюшка наш выходит, ну, заходил здесь в храм. Батюшка, 30 с лишним лет, служака. Я, говорит, не пойму, о чем он ревет, диакон. Я одного слова не могу понять, говорит даже. Что спрашивает? Им это не нужно, им этот ритуал надо исполнить, выйти. Репин нарисовал картину диакона, рев, зёб, лупоглазие. Ну так все осталось. Жизни нету. Почему? Потому что он не рожденный свыше. У него нет болезни о том, что он сказал, и его не поняли. Мне желание, чтобы вы все поняли, что я вам сейчас с вами разговариваю. А у него этого желания нету. Он даже только по подозрению. Вот вы зайдите в интернет, зарядите Игнатий Лапкин. Первое, что есть, Игнатий Лапкин, секта, секта. И дальше. А они, есть сведения, что он сотрудник ФСБ. Вообще. Я сижу и думаю, вот это да, я где принятый-то. А ФСБ ничего не знает. Я тайно у них проник, устроился, и ни один не знает. То есть они ни греха не боятся, ничего. Для них это ни почем. Блудное умом.
воруют слова друг у друга, как уже пророки. Они, если бы могли сейчас, в один день меня бы съели. Но Бог меня хранит. Ну, представь себе, священники призывают, что там разговаривать, да поехать по Теряевку, сжечь ее. И Романа. Ему говорят, а ты умеешь или нет? Там же дети есть, и все. С детьми вместе. Я заходил, вот комментарии читал, вот все-таки людей так вот много все равно, которые защищают, которые выступают, говорят, да вы что, вы и не читали, и не знаете его. В принципе, люди так все равно борются за вас. Ага. Я не говорю, что нет. Есть эти люди, которые читали, которые встречались, были. Вот. И каждый пишет, я была в Барнауле там одна, увидела на столбе занятия в университете, делать нечего было, я зашла туда, это так понравилось. Но когда я приехала и где-то сказала, кто? Это Лапкин? Еретик, да то другое. А я, говорит, тогда другому мальчику сказала, Лапкин, там ничего плохого нет. Говорит, это хорошо, что ты зашла. Оба в патриархии, но совершенно по-разному. Я не встречался ни тот, ни другой. Но один маленький что-то считал или нет. Вот едет отсюда один наш, Павел Бедруков. Я, говорит, только в машину сел. Ой-ой-ой, говорю. Я говорю, ребята, разговор-то пустой, давайте я вам включу что-то. Включил мои записи-то. И там священник ехал, я его слушать даже не хочу. Ну, я говорю, чтобы не раздражать его, выключил. Доехали до Кемерово, кажется, монастырь где-то там зашли. Ну и там сидят, обедают, которые там, монахи, приезжие. И первый вопрос мне, говорит, задали там, в другой области. Так вы из Барнаула? Ну как там Игнатий Лапкин? Вот это да, говорит. Девчата дорогой идут, какие-то, в наушниках, слушают. Ну, подсадили, машину везем, а вы что слушаете? А тут Лапкин Библию насчитал. Незнакомые студентки в сельской местности. Ну вот и все. Он пока дуется, что? А что он дуется-то на пустом месте? А то, что мы делаем, сеем, это дает плоды. А спрашивают от меня, а почему вы к себе не зовете людей? Так вам надо так трудно пробираться-то. Надо узнать, вы приходите на дом, узнаете. И всех, мы к вам просимся. Вот ко мне звонят, просятся, а я их всех отсылаю в Московскую патриархию. Тут, говорю, на их занятия идут, и никак. Это вы мне не верят. Ну я хочу с вами, я говорю, ну мало что хочешь. Ничего нет печальной безответной любви. А я вас посылаю сюда. У них хорошие батюшки, академию закончили. Так, и что? Вот причина-то какая сейчас. Я говорю, мы, может быть, карикатуры на христиан. А человек идет к настоящим христианам. Единственная причина, почему мы к себе никого не приглашаем. А потому что они этого не боятся. Что люди в нас увидят не образ Христа, а искаженное отображение, когда плохо в нас видно Христа, как Генисалецкое озеро поется. Что? Можно я скажу? Как-то? Не надо. Так об этом же, об этом. Да, об этом и не надо как раз, я сам скажу. Да садись ты этого не знаешь. Вот видишь. Ты что, болеть хочешь? Мы на занятиях были. Ну, я не надо, на занятиях были. Ну, скажи, чтобы удовлетворилось, скажи. К кому мы на занятия ходим? К Тане Линзне. Она священнику однажды говорит, ой, я тороплюсь на занятия. А к кому? Где? Да, у нас друзья Игнатия Тихоновича проводят у нас. Игнатия? А, ну если Игнатия, тогда можно. Иди пока. А я уже думаю, только к другим не ходи. А к Игнатию, это священник, я сказал. Ну это уже, так это. Ну сейчас, недавно. Супер редкая. А не тайна. Мне пока твой священник, это хорошо к вам относится. Ну, я подошел говорить, я давно к вам хочу, но не могу не пойти. Это без благословения архиерея нельзя запретить сразу. За сообщение, за то, что он ко мне в гости придет, архиерея запретит. Да кому нужна эта патриархия тогда такая? Даже со мной, которым я не угодил власти-то, и то КГБ так не поступало, кто со мной был, и того, чтобы голову рубить. Это вообще... Это уже запредельно далеко зашли люди. Священники, которые узнают вас, я уже по опыту просто заметил, они не отходят просто так. Они, если узнают вас, то начинают исследовать и просто проникаются. Я знаю это. Знаю, есть такие. Вот сейчас мне один пишет. Я зашел на ваш сайт.
Для меня, говорит, свет в конце темного туннеля засиял. Наконец-то я нашел. Нашел освещение. Да. И это говорит. Ай-яй-яй. Я ничего не скрываю. Главное-то я даром отдаю. И это поездка и все остальное. Цель одна только. Ты свой лимит уже это истратила. Еще маленечко, пару слов. Ну скажи. В церковь я ходила, и там священник, который хорошо к нему относится один. И он меня пригласил в свой кабинет священника. Там никого не было. И в шкафу стоят книги Игнатия Тихоновича. А он не знал сначала, что мы с ним одно. Он не знал. И поэтому я говорю, а вот эту книгу можно взять, посмотреть? Возьмите. А там еще книги есть, они где-то спрятаны. Это как катехизация. Ну, что спрашивать, как у Ольги, все мои книги на первом месте и в других библиотеках. Ну, явление не такое часто. Я знаю, но... Так это в церкви Покровском, где гнали тебя. Да, ну, Господь видит. Я много об этом говорю. Господи, при жизни меня, я грешный человек, и хочется увидеть. Да. Знаю, что после смерти все будет по-другому. Главное препятствие к моим книгам и ко всему я. Это главное препятствие. Когда меня не будет, обстановка может резко измениться, прямо резко. Вот. Потому что они вживи-то на меня наталкиваются когда. Но я сразу начинаю говорить то, что им не нравится. А у них какое? А он о патриархии отзывается неположительно. Да разве это критерий? Да как это так? Почему? Ты скажи, он отзывается несправедливо, неправильно, тогда вопрос другой. А это Ахав это говорил, Михеев. Как вот, давайте положительно, когда весь мир этот, что у вас вокруг считаете, это ваши люди, и когда ЦИОМ-то это берут они данные, сколько людей верующих православных-то, а то никого нет, ни одного человека. Ни два, ни три, ни одного нету на весь квартал. А Пасху, воду освещать, это все освещают. Яйца, куличи, вся эта вера. Да не может вера быть только на одних яйцах и куличах. Она на Христе основана. А Слово Божие не знают. У меня главное отличие от них. Это я люблю моего Господа. Я так его люблю. Я без него ни мыслю, ни дышу, ни хожу. Я ожидаю с ним встречи в яве. Знаете, вот человек легко узнается. Со Христом тот, кто имя его называет. Вот я заметил, если человек часто называет Господь Христос, значит верующий человек. Если не говорит Бог, значит неверующий. Значит, неверующий в первую очередь нужно записать патриарха Кирилла Гундяева, Всеволода Щаплина. Это первое тогда. А они в течение 20 минут, если говорят, то слово Христос ни разу не произнесут. А я говорю, посчитайте послание к Колоссянам. Больше 10 раз в одном предложении. Это сладчайшее имя. Но слово твое превыше всех имен твоих. Слово его. А не слово Библии не говорят, а сказать Святая Библия ни один не говорит. А мне в английском языке прямо на корочке написано Библия, не написано Байбл, а написано Holy Bible. Святая Библия. Она святая. Священное Писание. Они вообще не поминают. Вот это разница. Христос еще они могут иногда сказать, так, ну, подделаться. Знают, люди говорят, и он тоже. Они же умные люди-то. Но приводить к Библии, к Святой Библии. Нет. Как одни тут напали на меня, я сразу понял. Это, говорит, еговистский жид. Еговистский жид. Да, а почему? А он сказал, что Святая Библия. А его батюшка один там, Сергий, не нашего круга совсем, он говорит, а у тебя дети-то ходят в воскресную школу, да? Батюшка говорит Евангелие, ну, Библия батюшка никогда у нас не говорит. А дети изучают про потоп. Ну, наверное. Ну, так это же из Библии взято. Но вы считали, что Авраам был избранием, первый еврей как было? Ну да, так это же не в Новом Завете. Еще-то батюшка тоже как баптист рассуждаешь. А я когда стал говорить, я говорю, вот люди, которые нападают, они нападают на Библию, даже не на меня. Я понял, что это самое настоящее православное. Это самое твердое доказательство, что он православный, что нет авторитета Библии. Если авторитета Библии нет, это уже может быть только православный или еще совсем с ненависть, это уже старовер, старообрядец какой-то.
А любой сектант, даже самый сумасбродный, он Библию произносит с любовью, цитирует места Писания, там свет изливается, пока толкования нету. А во мне было вот это, я знаю, я же тоже раньше думал, зачем мне Ветхий Завет читать, когда у меня новый есть, что я там возьму из этого Ветхого Завета. У меня было такое. А псалтырь-то откуда? Псалтырь-то считает, то все монахи. Откуда, помилуй меня Боже, повелись и милость твоя, псалтырь? А по Риме, которая церковь считает, все ветхозаветные, это откуда? Премудрость Соломона, созерь себе семь столпов. Все из Библии, все Ветхий Завет. Да и как можно Новый Завет понять правильно, если не знаешь Ветхого Завета? Вот Агнец Божий, он говорит, какой Агнец? А при чем тут ягненок-то? А вот теперь смотри, Аврааму, Павильона приносили жертву, Авель принес жертву ягненка. А вот настоящий Агнец пришел. Ну, и когда с самарянкой говорит, Бог ищет поклонника в духе истине. А пророки в духе были, да, в духе, а в истине? Нет, не в истине. Они в образах понялись, в образах. А мы уже пришла сама истина. Там был ковчег, у нас Божья Матерь. Там были скрижали, у нас Христос, Слово Его. Вначале было Слово. Без Ветхого Завета, Новый Завет – это птица с одним крылом. Ну что? Сегодня утром как перепугала. Вот это интересно, когда ты была уполномочена по религиозным культам, а мы добивались дома инвалидов, там такие парализованные, причастить их, а тогда было трудно. Надо было договориться, чтобы комната была, дальше договориться с директором этого учреждения, где находится интернат, а потом идти к настоятелю, что он согласится. А потом настоятель сам не пойдет идти к уполномоченному по религиозным культам при Совете Министров СССР. И мы все это прошли, записали там десяток, кого причастить надо. Причастить, больше ничего не надо там. И в числе ходатаев Надежда Васильевна была. Расскажи коротко только, как было? Это, когда в кабинет зашли, он принял нас хорошо. Я говорю, нам нужно, мы ходим в интернат там к больным старым. Не в интернат, а в интернат. Он говорит, ну, с какой просьбой вы? Я говорю, нам нужно священника, чтобы там причастить этих больных старых людей. Он говорит, ну, как же, все это, я сейчас позвоню, в Москву позвонил, еще куда-то позвоним. Ну, разрешается. Причастить! Да вы не забывайте, какое время было-то. Причастить людей, которые неподъемные лежат. Ну и вот. И вот это Седышев Александр Петрович, это сейчас прихожанин Московской Патриархии. Он... Все. Вот видите как, у нас же свобода вероисповедания, все, и начал показывать книги, ко мне баптисты приходят, адвентисты, все, показал мне литературу, какую дарят ему, Библия, там, Новый Завет, все разговаривал, беседовал по-хорошему. И вот в конце уже нам уходить надо, я говорю, ну и когда вы разрешение дадите нам или священнику скажете, чтобы он пошел? Он говорит, вы, да, я же вас не записал. Как ваша фамилия запишите? Я думаю, ну если... Ну да, не отвлекайся, там голос. Если я фамилию сейчас скажу, думаю, все. И точно. Как только сказала Лапкина, он, как, Игнатия Лапкинова жена? Я говорю, да. Он как соскочил из-за стола, как забегал по кабинету. Я аж испугалась. А мы вдвоем были там еще с женщиной, с сестрой. Он говорит, Лапкин, он такое там наводит в церкви, беспорядок. Я говорю, как, он за порядком следит, наоборот. Так вы с ним ни разу, говорю, не беседовали. Он говорит, и беседовать не хочу. Я говорю, так вы поговорите лично сами. Зачем вы ложное свидетельство принимаете, а лично не хотите поговорить? Как бегал, он долго, он, наверное, минут пять или что, бегал по кабинету, все кричал. Таким возвышенным голосом разговаривал. Нет, ничего не будет, и никакого священника я не разрешу пойти. Ну и все. Ну и все, ладно. Вот так. Это тогда, 70-80-е годы. Они обвинения-то никакого не имеют, а просто дух. Не ко мне просят. Но интересно, что когда я сидел в тюрьме, и мне нужно было причаститься, то сам настоятель Войтович, отец Николай Павлович, приехал. Который докладывал. Вот. А Надежда Васильевна ходит, а кабинет, в котором должно было быть, там вывозят из тюрьмы, администрация, окна зарешечены, все. И она вот так вот ходит,
Взяла, написала вот здесь, а с обратной стороны. Везде подслушивает. Она видела, как они провода подтаскивают. И она идет, вот так распахнула, и опять закрыла. А я просчитал, да я себя знаю. Исповедует, но сначала везде прослушка. Вот я исповедуюсь ему и говорю: отец Николай, дело в том, что я не раскаиваюсь, что я делал-то. Да как же так? Ну как, я делал правильно, я хотел, чтобы люди Христа знали. Без Христа жизни никакой нету. И я обязан говорить, и власти поступают неправильно, потому что они перед Христом предстанут на суд и прочее. Ему говорю, и он, а у них там все это, видно, закручивается. Вот. Но он за это-то меня не может не допустить до причастия-то. Правда, до этого он приехал, когда предварительно сказать, на какой день, чтобы я не ел, не пил. Вот. Ну а как? Апост шел, а я говорю, ну я пощусь, я не знаю, третий день, что ли, там не пил, не ел. Он как захался, да тут туберкулез, да вы это что ж делаете, да разве можно? То есть я поверил, что он искренне меня пожалел. Он столько против меня зла делал, наши списки, занятия в милиции, которые все передавал. Но то, что он меня причастил, я ему все сразу списал, как будто никогда не было. И всегда в моей молитве. И он меня исповедовал, причастил. А потом еще, представя фамилию его, отец Михаил приезжал. Еще было. Меня два раза причастили в местной тюрьме. Что я могу сказать? Аллилуйя! Слава Христу! Да, это удивительно. Знаете, я вот давно все хочу спросить, а откуда, и тоже, и так и вот сейчас пришло на ум, откуда пошло вот это то, что перед причастием нельзя есть ничего? Да нет, у монахи, у них там одни корешки были, еще не выдумка это. Первые ученики с Христом рядом сначала барашка покушали, барашка, шашлык. Шашлык на огне, это шашлык, это не жареное, не вареное, это запретно было. Выпили вина, а потом Господь сказал, давайте причащаться. Еще непонятно-то, что мы делаем все наоборот. И притом отдельно дал хлеб, а отдельно вино. У нас все смешали, и ложечки давать, и еще здесь подставить. Это все выдуманное. Но я православный, я все принимаю. Но я должен же сравнивать со Словом Божьим-то. Меня спрашивают сектанты, а почему у вас вот так? Тогда ложка-то называется лжица. Прям название-то какое-то лживое. Лжица. Если рубашка, не рубашка, а сращица. Ой-ой-ой. Сращица. Ну, по-русски-то сращится, прям на что-то совсем похоже, не на то место. Ну, что сказать? Не нужно тебе нет. Сказать. Это они не хотят просто знать. Да, ниоткуда это не идет. Да еще мало того, просфору дома, и то натощак. Воды святой натощак. Вот тощак любят, заморили народ. И главное, свадьбы, это не венчания нету, накануне среды, пятницы, накануне воскресенья, во все великие посты, накануне воздвижения и усекновения главы, а потом придумали еще и накануне интронизации императора. И я тогда сказал, вот представьте себе, вот Иван, он недавно женился, красавец, и он взял себе Машеньку Марья, и теперь покос, они на покосе, двое в шалаше, и он... Ну, 100 лет, 200 назад, и теперь он выходит, архимандриту, ну я что делаю, там вот после бани, тут баня недалеко побыли, я смотрю, так в одном шалаше спать или нет-то? А архимандрит ему отвечает, ну 200 лет назад, да ты что, согрешишь, дети будут дурные, больные. Ай-яй-яй. А если бы Христа-то знали, ничего этого и не было. Они бы воздерживались, они просто для секса, там глупости разные. Для Христа. Знаете, но, а с другой стороны, если посмотреть, все равно ведь такие вот строгости, они к порядку приучают. Да не было этого порядка, никто этого не смотрел. Ну, когда это было, молодые люди, и они бы спрашивали, какие это, никто про это не знал даже. Правила, которые не выполняются, а они деморализуют. Даже Ленин, табличка «Курить запрещается», повелел убрать, матросы заходят и курят. Зачем она нужна? Она дезорганизует человека. Если она есть, ее выполни. А исполнительная власть ничего не может сделать. Законодательная работает, а исполнительная нету. И зачем он этот закон, если не работает? В общественных местах там не курить. Я вот был сейчас, там морг написано. И везде на территории краевой больницы не курить. Это новое. А он вышел
и курит стоит. Я говорю, курить-то запрещает. Он на меня так глянул недовольно. Я поставил маленький, 12-20 лет жизни, ты мне не доживешь-то. Он покурил, откурил. Я уж не стал просить его сфотографировать, он бы сильно заволновался. Здоровый, крепкий мужчина. И на высоком крыльце больницы. Ну, еще спрашивать. Ни уважения ни к себе, ни к кому. Главное, удовлетворить прихоти. Прихоть ищет своенравные. Восстает против всего умного. Мне легко с ними разговаривать со всеми. Легко. Потому что они за мной ничего не знают. У меня целые комиссии священника были. Подыскивались. И ничего не нашли. Ни разу, нигде. Нет нарушений ни в одном правиле. Это не трудно. А как вот можете себя так настроить? Никак. Это просто... Как я могу настроиться, когда дышать? Для этого есть нос на ноздри. Дыхание в ноздрях, не во рту. Написано, это пыль ловит там специально, волосинки, слизистое вещество, которое налипает, и ты опять смахнулся. Это Бог так сделал. И мне не надо думать, как дышать. Не надо думать, когда я пищу проглотил, как она будет перевариваться, сколько желчи, сколько кислоты добавить туда. Это все делается само. Так и жить для Христа в Духе Святом, я об этом даже не думаю. Я просто живу и радуюсь. Почему? Дух Святой руководит. Это вы так о себе думаете, а мне думать не надо. Это право дал мне Господь. Вы считаете 1.12 Евангелия от Иоанна. А верующим в Него дал власть. Власть дал. Быть чадами Божьими. Не сыном короля, а чадом Божьим. Он мне власть дал. А раз власть, я полномочно этой властью пользуюсь. Я знаю, где сказать, где промолчать. Где лечь, где посидеть, где считать, где замкнуться. Это Бог все время действует Духом Святым. Они этого не знают. Можно вот вопрос такой? А вот как вы распознаете мысли от Бога это или от врага? Ну, в первую очередь, я как понимаю, вы мне вопрос задали-то. Я писать этого не буду. Совесть должна быть неповрежденная. Нигде не обмана, ни власть, не так, что счетчики, что-то там первую ленту поставлю, а ты не крутится. Ну, то есть по мелочи где-то, нигде и никак. Если сделал что-то не так, покаяние принес, затер, и прости Господи, чтобы никогда этого не было больше. Второе, знать Слово Божие. И Слово Божие, мне не надо его вспоминать. Не надо. Вот он работает со львами. И вот львы меня обнимают, я говорю, это делать нельзя. Кто пожалеет у укушенного змеями, если он со змеями водится, заклинателя змей, и приближающийся к диким зверям. Я мгновенно это высвечиваю. Он сам на это напросился, это дикие звери. Это не ягненок был, он знал, его львы растерзали. Зачем он это делал? Писание запрещает это делать. Дальше, не води дружбы с теми, кто может умертвить тебя. Я не вожу с ними дружбы. И мне не надо вспоминать, написано, оно во мне живет. Писание рассчитано на любовь. Люблю ли я Бога, люблю ли я ближнего. А ближнего люблю, я не могу молчать о его недостатках, я обязан сказать. Я еду по любви к Богу, сейчас еду. Вещь невероятнейшая. Я повторяю, до нас этого никто не делал. И с нами нету компаньонов никаких. И после нас никто этого не сделает. А если сделать, только ниже. Они, кто это будет делать, должен, по крайней мере, иметь своих книг 38. Это первое. Тома. По 750 страниц. Второе. Они должны их не продавать, а дарить. Дарить? Они на это не идут. Они любят очень деньги, мамону. Дальше. Обречь себя вот таким опасностям. Мы едем в лесополосах, в лесу, там где-то скрыться надо, ночевать. Это в России имеется в виду. За рубежом там не скроешься, там только на остановке, при заправке или где-то прикорнуть маленько. Дальше. И делать это с радостью. И должен быть не один, а должна быть команда. И надо все обдумать. Быть лидером, обладать 6 качествами. У них нет ничего. Они не нашего рода и племени. Когда Божья Матерь сказала, а этот нашего рода племени. О них сказать этого нельзя. Они чуждые. Они поддерживают ложь. Они не зовут патриарха. Покаяние Осипов не будет звать. А патриарх, когда умрет,
он будет очень горько вздыхать, что за ним числится у патриарха Алексея II, да у всех. И почему у меня никого не было? У меня же профессора были, еще язык проглотили. Вы же видите, что он неправильно поступает. Еще перечислять грехи его, сами они не знают. Никогда. Еще один против другого епископа иногда рот раскроет, иногда. Но не более того. Они мертвые. Ты пошел на это дело, ты не должен оглядываться. Патриарх это президент или где-то. Я писал в ООН, обличал их. Обличительные письма в ООН писал. Писал Брежневу, в которой были правители до этого. Мне зачем это надо? По любви. Ему никто не скажет. Я один остался. И моей души ищет порок Илья, говорит. Я делал для того, чтобы они спаслись. Я не знаю, как он умер. А может быть, по-божески. А может, его коснулось это слово, а может, на память мои слова ему пришли. Они везде. Как я узнаю? Я очень просто узнаю. Вот она сидит рядом, ей надо сказать, сильно переполняет ее чувства. Я ей запрещаю. Ну, я правильно делаю? Она в присутствии моем не должна лишнего слова сказать, тем более посторонний мужчина. Но я очень сильно, я смотрю, да, она хочет хорошим поделиться. Я ей делаю приятно. Ну, скажи. И лимиты начинают исчезать. Она второй раз сказала, третий, ну я это сам скажу, тебе не надо это, а то привыкнешь и будешь везде говорить, где не надо. Как я узнал опыт? И опыт должен быть состраданием. Без страдания опыта не бывает. Мне сегодня вот отвечают, мы договорились, что старшая сестра не по старшинству, не по возрасту, а должность. То есть она знает всех рожениц, кто в больнице, кто приехал на вокзале встретить, проводить визит. А Татьяна Кузьминишна Капустина. У меня будильник, я его не слышу, но будильник такой, что надо батарейку вставлять. А батарейка деньги стоит, там сколько, я не знаю, рублей 10-то. Я теперь договариваюсь, Володя-то уехал, Володя-то слышит? И меня будет, и все. А их сейчас никого нет, я могу проспать. А то, что подниматься вовремя, я даже не молюсь. Зачем? Я не в тюрьме. И она каждый раз утром звонит. Я теперь жене договорился, что через стенку она колотит этот телефон, который я слышу. Ты утром сегодня рано не звонила? Не стучала? Рано, я не ответил. Что ты звонила, это уже спустя, время уже прошло. А это я звонила, потому что Таня мне звонит. Ну да, до этого тебе зачем Таня, когда 4:40 ты должна мне стучать в стенку. Почему не стучала? Я 4:40 постучала. Плохо стучала, возьми палочку, палочки стучи. Да вот. Сильно стучала. Ну, ладно, не ты слышала, что? Не слышала. Ну а Таня плачет, так, что почему ты не отвечаешь? Плачет по телефону, она не дозвонила, еще со мной случилось. Вот когда к вам будет такая любовь, что вы совершенно посторонние люди, из-за того, что не ответили, от беспокойства будет плакать, тогда вы поймете подлинная любовь, это любовь во Христе. Это не любовь женщины к мужчине. Это нет. Почему она, скажет, ты плакала? Еще она услышала? Какая причина? Какая причина, что она от плакала? От того, что ты не ответил по телефону, вот что случилось с тобой? Я в присутствии жены это говорю тут, без ревности, без всего. Вот. Вот это любовь ее. Я говорю, я пойду узнаю. Пошла, ты вышла. А я на крыльце уже стою. Я пришла и сказала, она услышала. Я иногда выхожу утром, а сегодня я проспал. Проспал просто, проспал, хорошо, удобно лег. И вчера я был такой уставший, даже высказать не могу. Едва-едва дотелепался. Для меня печально, когда бывает, я ночью проспал на молитву. Так, а бывает, так бывает. Она говорит, я на такси, сейчас такси беру и поеду туда. Сейчас ничего узнать не нужно пока. Вот. И недавно было такое. Я проспал. Утром встал. Я нисколько не переживаю. Я поблагодарил ангела, что он меня не разбудил. Я встал свеженький. Все. Я говорю, как тебе ангелу угодно. Ну, взгляну на часы, посмотрю. И... У людей другая жизнь. Поэтому их отношение к тому, что я делаю, оно преломляется через их жизнь. И они видят совсем не в том свете. Мне за ними смотреть некогда совершенно. У меня нет ни одного действия, которое бы не обсуждалось бы где-то в интернете и прочее. А мне никакой роли не играет. Я знаю, велика награда ваша на небесах, когда имя ваше понесут как неугодное Сыну Божию. Враги говорят обо мне как? Нет ему спасения в Боге. В Боге нет. Они меня к еретикам, к раскольникам. Это то, что Давиду говорили. Они не пережили эти стихи Библии, а я их пережил. Я считаю Давида, и мне радостно. Я иду этим путем. Враги мои говорят, нет ему спасения в Боге. Они решают за Бога. А я знаю, что я избранник у Бога, от урвы матери.
Знаете, еще вопрос такой есть. Я вот, к примеру, лежу, да, вот у меня сильные боли, и я просто мечтаю о Царстве Божьем, как о избавлении от страданий. Вот. А Христос для чего сказал, ищите прежде Царствие Божие? Что он сказал, сказал что? Ищите прежде Царствие Божие. А кому он сказал это? Ну, кому? Апостолам. Они многое уже знали. В голове у них стояло одно. Рідна Україна, самостійна, Ізраїль. Не сієї время восстанавливаєш царство Ізраїля. А он сказав, не этого царства ищите, а царствие Божие. Прежде всего. И остальное приложится, он не говорил остальное. А потом все врут. И баптисты, и все остальное нету. А написано сие, все. А впереди ищет одежда и питание, больше ни о чем нету. А то остальное. И прям все цитируют одинаково, вплоть до патриарха. Ну, открой, прочитай. Замусолили слова Евангелия. Я когда стал об этом говорить, мне противоречат все. Я говорю, ну, открой, ну, покажи, где остальное. Ну, да так понятно. Непонятно. Если не написано, как это может быть понятно? И все сие. А что сие? Сие – это когда впереди что-то было сказано. А впереди говорится, посмотрите на птиц небесных. Посмотрите на лилии, как одевается. Об одежде, об еде больше ни о чем, не о машинах. А остальное это все, и коттеджи, и женщина, и вино. Все остальное приложится вам. Так что вы не врите. И считайте Евангелие. Ищите прежде всего в любом деле, в любом разговоре, в любой работе. Вот вы сейчас делаете что-то, помогаете где-то, ваши знания употребляете. Это для Бога, для Царства. И Бог знает, что если вы были на ногах, вы бы десятой доли того не сделали, что сейчас делаете. А вам некуда. Вы специалист, молодой, красивый, юноша, такой рослый, а ты на разрыв шел бы. А сейчас нет. Ты сильно-то не разрулишься на таком положении. Глаза ваши в небо направлены, и смотришь в небо. Я-то еще вперед смотрю, а ты только на небо. И больше думать нечего. Поэтому благодари всегда Бога. Хорошо, что ты меня положил. И тем, что позади всегда, это все позади. Если назначено тебе было болеть 70 лет, ну, откинь там 23 года, 70-93, больше ты вряд ли проживешь, то скажи, Господи, осталось меньше. Благодарю тебя. У заключенных счет идет в обратном направлении. Когда осудят, и он говорит, осталось 13 лет, осталось 12, запятки, когда запуска ракеты, которая в небо пойдет. И ты говори, а мне осталось меньше. Если Павла такой святой, к нему сатана подошел и видит, как ему трудно, холод, спичек нет, он ничего не разжигает, где-то утром ходит, корешок вырыть надо. Он говорит, старик ты, старик, какие тебя муки еще ждут? Еще целых 20 лет, а ты уже совсем почти парализованный. 20? Ну то вы что, неужели правда? А я-то настроился на 100 лет. Дьявол провалился сразу. Так и ты скажи, я-то настроился еще на 100 лет лежать. Тебя Бог нашел и познакомил с нами. И вот что делали, помогали. Я в карман от вас ничего не могу положить, не считая там что-то такое для Бога. И но люди новые, которые приходят, вы в этом труде. Это ваш пай здесь. Вы вошли в чужой труд, над которым не трудились до этого. А теперь апостолам Бог это сказал. Я могу смело разговаривать с самыми богатыми людьми, самыми грамотными докторами богословия могу сказать, что они не вложили то, что мне пришлось вложить. Я по частям буду разбирать. Я просто вопрос задам. Скажите, кого из вас судили за Слово Божие? И вы сидели. И все. Пустое пространство. Так это не все. Меня 26 лет психиатрия мучила еще. 26, не 6 минут. А каково мне, когда я знаю, мне дано, я сдаю экзамены в университеты, и у меня по шапке. Я знаю мой талант изучать языки. Я готовлюсь в институт международных отношений. У меня по шапке, и вот тебе, дурью не майся. И только потом я уже пойму, как любящий мой Бог все это устроил. Какое благо, что он вовремя не остановил. Вот и все. Я не раскаиваюсь в том, что откликнулся на голос Божий. Я проверяю свою дружбу. Вот с вами у меня дружба не бескорыстная. Да вы корыстный человек. Ну, а покажи в чем.
конкретно-то, чтобы люди поняли слово «корысть» конкретно. Корысть в чем моя заключается? В том, что человек много знает, у меня какой непорядок, я обращаюсь, но обращаюсь-то я, у меня не работает, вот здесь там помог, здесь меньше теперь эти роботы лезут. Ну, корысть-то моя, она идет, я могу, а вы, это как, знаете, на иглу, говорит, подсел, на компьютер-то. Я вот уезжаю, как будто никогда в компьютере не был. У меня особое качество дано, особое. Я вот живу сейчас только поездкой. Где что достать, сухари сушу, там заказываю. Сейчас в воскресенье отвез мешок муки, там готовит, который, чтобы свои сухари были. С собакой, где что, все, я там. Меня дома уже как будто нету здесь. Ну вот мы оттуда поехали, все, у меня отрезано, я как будто только дома. Куда я еду, я весь там. И как только повернули домой, я уже весь здесь. А там было не так, так, не так, уже все в руках Божьих. А чтобы ошибки не было, я заранее записываю, что мне нужно сделать. У меня на столе лежит каталог, что не забыть с собой взять. Это мне Бог дал. И поэтому, когда уезжаю, то я забыл там одно, другое, третье, потом каждый раз. Мне не нравится это. Ты не подготовился. Мы сейчас во всех направлениях работаем. Сейчас встречи. Так, к слову сказать, эту, найдите мне француженку-то. Как вы скажете, я сразу ей позвоню. Сейчас звонить, сегодня надо. Мне надо готовить уже материал, маршрут и все телефоны. Прямо сразу. И какие у нее есть запасные телефоны, она пусть заочно познакомит, чтобы через них выйти на нее. Вопрос ставки почти решен. Решен будет тогда, когда книги туда поступят. Ну, уже поступили снимки, все. Вот как Бог делает. А как вы будете отправлять книги? Книги так, сейчас мне дают адрес. Адрес могу дать сегодня. Здесь Николай договорился уже. Специально транспортная компания. Заезжает он метров 16, наверное, длиной или сколько. Фура, она набирает товары в Россию где-то. Ну, один из них наш. И мы, сейчас они к нам заезжают, мы заранее заплатим, сколько там десятков тысяч рублей, сколько там 50, сколько, я не знаю. Вот. Мы грузим, я объявляю людям, мы уже наметили, какие книги, и каждой книги, каждого тома по 120 экземпляров. По 120, это 120 пунктов мы должны посетить. 120. Вы прикиньте, это не два, я должен проехать, найти этот пункт, зайти незваный, нежданный, это не все. Кроме того, беру дополнительно неполный комплект, еще 40 комплектов. Плюс к тому. Иначе, так? А вот на вывоз книг за границу лицензия какая-нибудь нужна там или что-то, бумаги какие-то? Там что нужна? Ну, какая-то лицензия или бумаги какие, или что там? Мы все приготовили, и бумаги нам сильно помогают, а в церкви с печатями на бланке, зачем мы едем, и просят всех, чтобы нам помогали. А вот неудобнее было бы, если бы отправить туда сразу за границу бы их? Нет, неудобнее. Никак. Мы берем с собой за границу столько, сколько нам хватит. Зачем мы будем отправлять где-то? Мы отправляем то, что для России. Я еду сейчас с собой не более 25 полных комплектов. И неполных могу взять 40 еще к этому. Неполный – это Новый Завет, до Слова Божия не тут, с Христовым православием, несколько симфоний. Это подарки. А вот неполный кто-то может купить маленько где-то. А полные – это все только подарочные. Полные – все подарочные до одного. Ну, за 2 года нам на 7 миллионов 150 тысяч подарили. Это что-то стоит? Учитывая, что мы все очень-очень бедные. Но я этого не осознаю. Считаю, что мы богатые. Да, это относительное понятие. Ну, вот так. Ну, Игнатьевич, ну, это, у меня матушка собирается в поликлинику. Давай. Ну, так давай, пускай, я и жду, не настаиваю, жду. Давай, благословляй нас на добрые дела, а тебя да Бог благословит. Оставайтесь с Богом. Ну, что хочешь сказать-то, скажи Сергею. Спасибо, Христос. Ну? Я очень благодарна, что вы мне там ролики выставили. Я смотрю постоянно, думаю, вот это здорово. Да, ну, все. Полезная информация. Все, Игнатий, с Богом. С Богом.